закат укатится, освещая дороги мои грязные, унылые, те, что пройдены мной с таким напрягом, а светлые думать обо мне давно забыли. Вот бы снова стать маленьким мальчиком, чтобы рисовать все, что с нами должно случиться. Я бы рисовал, и ничего плохого с нами бы уже не могло приключиться. Мир тонкие взрывы, этому позже они меня научат. Я б нарисовал большое солнце, чтобы каждому достался хотя бы маленький луч. Дай мне снова стать этим мальчиком, чтобы рисовать все, что с нами должно случиться. Я бы уберег вас от страха и боли, так часто коверкающих наши лица. Мир вечное лето рисуют дети. Я не хочу быть большим. Вечное лето я Thank you.
напишите, пожалуйста, нормально меня слышно, нормально музыка, баланс стоит весь. КСС, музыка, я. Собирается у нас понемногу команды, уже порезались, и будет играться у нас Dust 2. Карта, которую, наверное, уже многим поднадоела, потому что 70% серверов это у нас именно Dust 2, именно про паблики и миксы я говорю в данный момент, а не какие-то турниры. В основном играется Dust 2, и это всем знакомая карта. Ладно. Ну как, какой-то бэк. А то, возможно, просто наскучит. Просто моя болтовня. И стрим. У нас должна была быть замена, и у нас должен был играть H2O, насколько я знаю. Но состав основного не поменялся. Это Армчик, Лемн, Ололоша и Зонг. Ну и должен зайти H2O. С другой стороны, команда Гиджоя, Тим Гиджоя. Состав Киноги, Киноби, Дефо, Аналипс, Мактрахер и Прайм, Лов Онлайнер. Да, зашел у нас H2, и скоро должны начаться с ножи. Будет выбрана сторона, кто за кого. Мы будем за всей игрой, конечно же, следить вместе с вами. Я фанат рока. Нормальная картинка, что тебе не нравится? Не понимаю. То тебе животные не нравились, то тебе Gundam Style не нравится. Непонятный человек. СМД, непонятный. Непонятно, почему не начинают ножи. Видимо, кто-то опять отошел. H2O кидает мне мой же стрим. Спасибо, H2O. Без тебя я не знал, что же происходит у меня на компьютере в данный момент. Какой фейл? Где? Какой фейл от фаната рока? Где? Не пугай меня так. Ругается у нас уже команда террористов, команда Гиджоя. Не хотят они ждать, они хотят побыстрее сыграть игру, выиграть, проиграть, получить кубок
И разойтись. Ибо завтра пятница, кому-то на работу, кому-то в университет, а кому-то, возможно, и в школу. Зонка H2 у нас АФК, видимо, ждем только их. Команда Диджоя прошли в полуфинал по ТП, потому что у Headliners не было пятого АЦ. И вот они у нас в полуфинале. Проиграли они на карте The Inferno, насколько я знаю, со счетом 16-11. Хотел, конечно, был постримить Headliners против Казуальтис, но надеюсь, Диджоя себя тоже покажет как хорошая команда, которая даст отпор Казуальтис. Ожил у нас H2O. Ждем только Зонга. Адекватные школьники показывают себя во всей красе. И у нас начинаются ножи. Любимый раунд Алекса СПБ. Кто кого закабанит, кто останется жить и выбирать сторону. Не хотят, похоже, террористы резаться. Двое стоят АФК. Один террорист, двое террористов вышло с коробки против пятерых контров. Ждут они пятого. Но начинается резня. Размены. Остается один Кеноби, которого зажимают. И Казуальтис почти в сухую выигрывают ножи и переходят за команду террористов. Аждова, видимо, не может никак выбрать, какой же ему скин выбрать. Может быть зелененький, а может быть черненький. И опять у нас почему-то очень долго начинается лайв. И так довольно-таки долго ждали, непонятно. Видимо, спешить команде Казуальтис некуда. У нас начинается лайв. Повторю составы. Это Диджоя Prime, Analypse, DFO, Kenobi, MacTracher. И за террористов Армчик, Лен, Зонг, Ололош и H2O. Я, если вы не против, конечно, буду называть не полностью Мак, а просто Мак. Лен у нас один идет в темную, откидывает Грену. Внизу уже его поджидает Analypse в нижней темке и забирает его в ухо. Попытался у Лоша выйти ДЛ, при этом сделали минус Зонга на Зиге. H2O все-таки забрал ДЛ, и Армчик пытается забрать плент А. Но уже трое контров пришли на плент А защищать его, и Analypse обходит террористов, оставшихся двух, на ДЛ. Попытался Армчик выйти, у него ничего не получилось, потому что его встретили сразу трое человек. Настрелял он, конечно, Кеноби и ДФО. Убили коробку, убивает он
рекламу, остается еще один на рекламе, остается 1-2. Убивает он чемпиона Кеноби. И остается маг и H2O. У каждого из них очень мало хп. H2O уже сделал минус 4, и возможно он сделает 5-й минус. И это будет минус 5 в первом раунде. У него остается 40 секунд. Выжидает он. Возможно, вылезет маг. Но маг не вылазит. Он думает, что H2O обойдет его по зиге. 30 секунд. В спектаторах 5 человек. Нас смотрят 28 человек. Прошел уже H2O на плент А. Опять же, почему-то нет инфы по бомбе. Мак все-таки убивает головошотом H2O на пленте. И счет 1-0 в пользу команды Гиджоя. Лиджигоя, извиняюсь, если неправильно сказал. Гиджоя. Слив у команды террористов, у команды контров петухи, МП5, в основном петухи. Делает аналипс минус 3 в темке верхней, сбивает бомбы, и армчик с зонгом остается вдвоем. Армчик убивает, и зонг остается один с глоком на зиге. Сделает ли он чудо? Нет, чудо не сделал. Вот кому интересно СТВ, если у кого-то что-то лагает или кому-то не нравится этот стрим, пожалуйста, смотрите СТВ. Четверо террористов идут под Б-плент. В нижней темке Аналипс у нас, как всегда, прорашил нижнюю с петухом. Сделал минус зонга, минус лемна. Его зажали с двух сторон, и Лоша убивает Аналипса, армчик убивает при этом Прайма, Дефо заходит в верхнюю темку, делает минус Лоша и H2, и остается один армчик на нуле. Стреляется он с Зига, убивает, остается у него 65 хп, 1 в 2, и Дефо дожимает своего противника. Счет 3-0, команда Казуальтис проигрывает, и у них закуп. Встали 2 ВП смотреть мид. Подлагивает у нас почему-то H2 очень сильно. А, ну у него пин, потому что 300. Видимо, он что-то качает. Аналипс чекает с камня мид. Расположились у нас террористы. Двое у коробки, один в нижней темке Зигу. Лолоша смотрит с респы вверх темки. И армчик у нас попытается минуснуть мид. Задевает он противника своей греной. Пытается отстрелить АВП на миде. Ничего не получается. Оставляет 49 хп. Аналипс возвращает в свою точку и через стену зонга убивает. Который попытался его добить. Кидается в темку дым. Удобный для контров. Потому что для них видно ноги, а террористам не видно ничего, есть только присесть, и там только будет голову видно. Оно само собой. Трое у нас под Б. 4 в 5. Проходит у нас медленно Зигу. Террористы. Лоша смотрит. Просматривает все. 2 ВП у нас проходит по Зиге. Аналипс убивает армчика, который пытался выйти на мид. ФО у нас с респы. H2 отстреливает двоих, ДЛ. Лоша убивает Респ, и у нас Аналипс остается. И Кеноби, 2 АВП, которые на миде, отстреливают H2O, который попытался уйти на длину. Кеноби у нас решил пойти по Зиге, а Аналипс по Респе. Двое у нас сидят на пленте А. Посмотрим за Кеноби, даст ли он минус. Ох, просто превосходнейший минус дает Кеноби. И Аналипс добивает последнего лемна и берут 4-й раунд. Неплохо Аналипс показывает себя на этом КВ пока что, дает минусы в темке. Правда, это было на сливе, но показывает себя довольно-таки неплохо. Лемн и Зогнунг пока у нас не сделали минусов,
Но все, я думаю, еще впереди. Идут двое, понятно, дело, на Б. Один ДЛ. Выход у нас от террористов на ДЛ. От Ололоши и H2O. Убивает он Прайма. Но я думаю, мид уже смотрит. ДЛ. С респы смотрит у нас ДФО с ВП. Попытался он убить ДЛ, ничего получается все-таки. Остается у него 2 хп. Аналипс при этом делает минус Лемна. H2O пытается по инфе, видимо. И получилось у него убить ДФО. Но с мида. Нет, это Зиги убили его в голову Сэмки. Остается у нас 2 в 3. Армчик и H2O попытаются защитить этот раунд наконец-то. Остается у армчика 61 хп. А, зонг, извиняюсь. Убил он Зигу. И опять у нас остается Киноби и Аналипс. Игроки, которые показали, что они могут взять плент А без особых проблем. Вдвоем идут на этот раз на Зигу. Зонг зажимает, убивает Аналипса, и армчик убивает последнего контра. И они затаскивают этот раунд. И счет 4-1. Команда Джигоя ведет в счете. У них слив, все под Б. Кинули дым на мид, чтобы никто не узнал об этом. И зонг у нас откидывает и уходит в нижнюю темку. Но террористы все тоже под Б, и это будет очень интересное столкновение. Что же будет? Лоша делает минус, Прайм делает минус. Размены, размены, размены. Остается 3 в 2. Попытался Лоша забрать игрока ДФО, который попытался убежать от них на Б и отстреливался. И остался один Аналипс, который в нижней темке. Выходят террористы на Б. Не сильно громко музыка. Я могу отключить, потому что... И Лем с дальней кладки добивает Аналипса, который тщетно попытался забрать 1 в 3 с одним только диглом плент Б. Надо было ему все-таки сейвиться. Трое идут у нас под Б. И у нас опять слив от контров. Теперь на этот раз на ДЛ. Счет у нас 4-2 в пользу Джигоя. Делают они уже второй слив подряд. Массовый. Потому что по одному, скорее всего, это делает у нас Прайм. Минус 2. Минус 2 делают Зонга и Лемна. Террористы поняли, что это уже слив. И ставят бомбу на Б. Два девайса есть у контров, и они попытаются все-таки забрать этот плент и взять раунд. Убивает Ололоша у нас темку, не попадает по второму. Выходит у нас, стреляет в спину армчика, убивают его. Ололоша очень хорошо стреляет с ВП и делает минус 4. Превосходная игра от Ололоши, то бишь Скрапта. Затаскивает он раунд. H2 у нас все продолжает пинговать. Непонятно, как он убивает, и причем убил еще уже 8 людей. Аналипс у нас стреляется на миде. Видит он противника. Убивает Ололошу. Очень опрометчивый шаг Ололоши. Вылезти на человека, который уже смотрит в твою сторону. И остаются у нас террористы 3 в 5. Киноби убивает армчика, который попытался в одиночку выйти на Б. Тут у нас зонг стоит под дверью с бомбой, ждет. Ждет он. И дождался своего приза. Остается у нас 2 в 4, Лем и зонг. Которые затащили один раунд 2 в 2, когда остались Киноби и Аналипс. Уходит он на респ. Лем остается у нас в нижней темке, видимо, будут делать ДЛ или Зигу. ДФО и Киноби у нас, значит, на Б. Мак смотрит ДЛ. И Прайм смотрит Зигу. Халдят, халдят террористы. Не хотят они проигрывать этот раунд, сразу видно. Попытаются они затащить. Сейчас будет встреча у нас Лемна и Прайма. Прайм как будто прям ожидал, что сейчас его противник подойдет.
так сказать, чуйка у него, чуйка. И он присел, чтобы его не заметили, и убил Лемна. Остался один зонг, 1 в 4, 30 секунд, бомба у него. Он не знает, где противник, противник не знает, где он. Но, видимо, он попытается убить, не видит он. Увидел, наконец-то, он гусь. Но лезть гусь не будет. И Кеноби, скорее всего, сейчас его заберет. Нет, зонг отстреливается. Да, и у нас пауза. Сейчас я отключу у себя стрим. Возможно, из-за того, что я свой же стрим смотрю, забыл его отключить. Возможно, из-за этого и подлагивает он. Теперь нормально? Ну, чуйка у него. Бывает. Делаем ставки. Останется ли зонг жить? Или все-таки умрет смертью воина? Потому что маг очень хочет его забрать. Сейчас не лагает, да? Все замечательно. Все, тогда извиняюсь за то, что я смотрел свой стрим. Больше так не буду. Надеюсь, у нас недолго будет идти эта пауза. Остановимся, ладно, на маке, который попытается сейчас забрать зонга. Он жив во время паузы и не будет лагов. А колесица какая, честно? Не, ну говорили, что у меня голос тоже подлагивал. Если сейчас голос подлагивает, тогда да, это плохо. А если голос нормально, то значит и больше лагать не будет. Потому что я выключил уже свой стрим. И не убивает нас маг зонга. Зонг остается жить. Видимо, этот раунд будет у нас ровно 1 минута 30 секунд. И у нас люди летают. Я перезайду, чтобы у нас не было летающих людей. И я просмотрел уже минус от Ололоша. Остается у нас контры 4 в 5. Ололоша сделан минус. Фастрез по нему был с ВП. Флешится террористы на ДЛ. Аналипс попытался их хоть как-то поранить Зигла, потому что убить он вообще не получилось. И его армчик с Глока дожимает. Непонятный какой-то закуп у нас у контров. У кого-то калаши, у кого-то фамасы, у кого-то был вообще Дигл. Делают у нас Лем и H2 минусы. И остается у нас ДФО, который забирает Лемна на миде, флешенного, видимо. И остается он у нас один. Один в три. Ну и замечательно. Выходит у нас ДФО на ДЛ. Попытается он сейчас хотя бы минуснуть. Точнее, попытается он затащить. Но все террористы смотрят одну точку, и он делает минус Ололоши, и зонг его забирает. Вытаскивает игру команда Casualities. Проигрывая 3-0, они уже дошли до 5-4. И это достаточно хороший результат. Но лучше бы они, конечно, забрали все раунды. Но у них это, понятное дело, не получилось, потому что и Кеноби... И Аналипс у нас забрали великолепный раунд. Четвертый. 2 в 2. Лем забирает у нас верхнюю темку прорка.
дефово и прайм прооркадили. Жмет дальше, забирает его аналипс, и зонг разменивается на аналиса. И пытался сейчас Макс забрать зонга в нижней темке, у него ничего не получилось, потому что H2O хелпанул своему мейту. И у нас счет 5-5, ничья. Опять непонятный закуп сделали контры. У кого-то дигл, у кого-то эмки, у кого-то ФМС, у кого-то АВП. Бросили террористы дым на ДЛ. Нет опять инфы про то, что у нас аналипс ходит как у себя дома просто в нижней темке. H2 отстреливает его с верхней. Пытается убить Б. Не видит никого, уходит. Видимо, инфа пошла, что куда идти. Киноби у нас сидит за первой кладкой, не вылазит почти. И маг зашел прям под коробку. Трое у нас, четверо террористов у нас халдят на миде. Попытаются они сейчас пройти зигу. Опять же, 3 АВП. Идет у нас первый армчик, понятное дело, с калашом. Чтобы у нас аваперы не были убиты. Прайм будет встречать армчика в данный момент. И убивает его в ухо. Его встречает H2O. Точным выстрелом в пах. Замечают они контра на своей базе. У него остается 12 хп. Киноби уже обходит их по зиге. Остается 3 в 3. Они все на пленте. Их зажимают медленно, наверное. Зонг убивает зигу. H2O чекает ДЛ. ДФО решил, видимо, что надо сейвиться. Маг решил, что он не прав. И попытается защитить, но у него не получилось. И зонг делает уже второй минус. При 3 в 3 ДФО все-таки решил... Надо сейвиться. Не идут, понятное дело, террористы на зигу. Попытается сейчас ДФО, наверное, нет, не попытается убить. Сносит ему взрывом 1 хп. И сейв. Счет 6-5 в пользу Казуальтис. Одна АВП у контров. Она попыталась сейчас убить мид. Не получилось. Лен у нас один в темке бегает. Будет он смотреть аркаду с Б. Но аркады не будет, потому что Киноби один с АВП у нас. И попытаются опять сделать зигу, скорее всего. Убивает аналипс на миде H2O. Остается у него 18 хп. Армчик делает минус на зиге. И попытается выйти мид, убить аналипса, который отходит на Б. Почти все раунды у нас террористы делают через зигу. Зига, ДЛ. И один раз я только видел, что они пошли на Б. Слышат контры откидки зиги на ДЛ. Понимают они, что это уже ставится бомба. Киноби дает инфу. Лоша дает минус на зиге. Прайм подходит на шифте. Но все просматривается. Все просматривается. Он дает уже минус 2. И аналипсу остается лишь одно. Сейвится, сейвится и сейвится. Нет, дропов 28, не так уж много. При том, что у меня еще до стрима было 20. То есть 8 пакетов за... Лагает до сих пор, да? Скорее всего, овны топят, потому что у меня до этого же нормально все было. Шейдеры. Остаются у нас террористы 3 в 2.
Поставили не бомбу опять на А, пройдя через Зигу. Надо укреплять контрам все-таки Зигу, потому что постоянно проходят ее. И у нас остается 2 в 2. Лем непонятно, что делает у нас в темке нижней. Попытался ДФО сейчас убить своего, не получилось. И хорошо для него. И лошадь делает минус 2. И счет 8-5. Пользу Казуалитис. Кто-то пишет, что все нормально. 8-5. Зонг уже набил 17 фрагов. Попытаются они на этот раз наконец-то сделать Б. Видимо, смотрят мой стрим. У нас двое на Б. Аналип сделает минус с окна. Зонг. Зонг. Армчик пытается пройти по миду. Но Прайм его останавливает. И остается 3 в 3. Заняли плент Б. Непонятно, куда H2 полез. Видимо, гонятся за фрагами. Что очень непонятно. Потому что еще не 16. Не 15-0. Знаете ли, чтобы гоняться фрагами. Все еще может поменяться. Как в игре против Stars. Но Лоша и Зонг с ВП расстреливают своих противников, как ни в чем не бывало. И счет 9-5. У нас заключительный раунд первой половины. Кстати, я так заметил, что Овны в последнее время иногда подлагивают очень жестоко. Вчера отключался почему-то, непонятно. Тем делом у нас Армчик выходит опять на мид, терроризирует он мид как может, уже везде сделали по минусу. Неинтересный абсолютно раунд, потому что каждый перестрелял своего противника. Смотреть не за кем. И остается только один Прайм, который уже точно не затащит раунд, потому что Лем его убил. 10-5, Казуалитис ведут, и они переходят за контров. Но я в начале раунда переключаюсь, чтобы посмотреть, что мало ли, что-то не так. Ну и понятное дело, что там, ну и у меня тоже лагает, когда я переключаюсь на чат. Халдит у нас бомба под коробкой. У нас трое прооркадили верхнюю темку. ДФО встречает с двумя пистолетами аркаду. Мак просто раздает направо и налево с блока. Делает уже минус 3. Остаются у нас контры 2 в 3. И Зонг попытается... Не успел переключиться, увы. Зонг сделал минус аналипса на верхней темке. И Мак сзади. Не смог он убить его в спину. Притык просто зашел ему в спину. Мог даже резать, но не смог. Прайм делает минус Лемна. Остается один Зонг с двумя пистолетами и двумя ХП. И, скорее всего, опять проигрывают... Казуалитис, первую пистолетку, да, они опять проигрывают пистолетку. Не сильны они в пистолетке на Дасте втором. Если бы это был Тускан, то первая пистолетка была бы точно за ними, потому что я смотрел и участвовал в их пистолетке. И это бешеные глоки. Выходят у нас террористы тем временем на Б. Не смотрит у нас маг по сторонам, видит противника и пытается его убить, не получается. В это время делаются уже минус 3. И остаются у нас контры 2-4. Лем на зиге и H2O АФК. Не АФК. Выходят они вдвоем мид. Встречает его аналипс. H2O вешает головашот. Остается втроем террористы. H2O забирает еще одного на Б. Лагает, потому что пинг у него не очень. И не затаскивает раунд, потому что Кеноби в щель убивает своего противника с 15 хп. И счет у нас тем временем 10-7 в пользу команды Казуалитис. Покупается уже АВП.
очень неприятно для команды Casualties, но очень приятно, когда они его заберут. И пропустил Analypse уже все, что можно на миде. У нас выход DFO на B. Делает минус 2. И остается у нас опять контры 2 в 4. Лен с Зонгом делают минус ДФО на Б. Бомба у нас пыталась выйти Б, но решила, что лучше отойти и сделать А, потому что инфа была, что оба на Б. Слепит у меня весь экран, не вижу ничего. Делают у нас минусы Prime и Analypse. И третий раунд, третий слив забирает у нас команда Джигорны. Гиджоя. Не могу запомнить. Хоть и бейте, не могу. Странное название, очень странно. Но это не мое дело, собственно. Закуп у нас у команды террористов. Трое они идут на Зигу. Слепят, слепят. Все, Зонку упал уже вниз. Не смотрит. Лоша непонятно для меня, как купил Analypse его. H2 убивает Прайма на Зиге. Лемн у нас все стоит, смотрит коробку. Нет инфы. Нет инфы, что у нас очень много проходит по ДЛ. И Мак проходит у нас на Б. Видимо, будет сейчас в спину заходить контрам. Пытается Лемн рандомить своего противника на планете А. Оставляет ему 22 хп. Мак Трахер обошел Армчика, но не обошел Зонга, так скажем. И остается у нас опять в большинстве террористы. H2 делает минус. И остается у него 5 хп против двоих. 100 и 22 хп. Дожимает его Analypse. И счет 10-9. У контров слив. Интересно, как они его разыграют. Закупили они диглы. Пошли вдвоем на ДЛ. Ну, по точкам. Ничего они мудрить не стали. Решили, что... заберут с диглом все. Армчик ранили. Выход на Б двух террористов. Это Мак и ДФО. К ним еще подходит двое. Разбирают террористы. Ничего не вижу через дым этот. Опять у нас остается Зонг и Лем. Попытаются они забрать троих террористов. Мак в прыжке попытался забрать Зонга. У него ничего не получилось. И... Analypse щель убивает своего противника Лемна. Закуп у команды контров. Контртеррористов. Идут двое террористов на Б. Стреляются, как всегда, на миде АВП. H2 у нас смотрит ДЛ с АВП. Ему помогает Лемн. Выход у нас Кеноби. ДЛ и Прайма на Зигу. Скинул он перед этим на Зигу бомбу. Инфы, я думаю, не пошло. Потому что у нас никто не оттягивается. Никто не смотрит бомбу. Или Зонг уже... Зонг уже занял позицию. И попытаются сейчас террористы забрать эту бомбу. Остается, наконец-то, контры в большинстве. 5 в 3. Знает Зонг, знает, что здесь есть его противник. Топает противник, забирает бомбу. И Зонг не стремится забрать бомбу. Армчик у нас смотрит Б. И сейчас он будет принимать атаку Б. Не спешат пока что у нас террористы выходить. Хотят сделать минус сначала. Проходит у нас ДПО. Медленно, наверное, и очень быстро при этом умирает. Размен у нас на армчика и ДФО. И у нас Analypse остается 1-4. Рандомит он Волоша, убивает, но Лемн приходит на выручку и добивает последнего бешеного террориста. Счет у нас тем временем 11-10. Выигрывает у нас команда контров. H2 пошел в нижнюю темку аркадить. Ничего у него не получилось. В верхнюю темку закидываются флешки грены и забирается H2.
Очень хорошую доводку нам показывает Аналипс. И у нас остается уже армчик один. И не забирает он спину своего противника Мака. Счет 11-11. У контров опять слив. Мы уже видели у них 4... Нет, 5 сливов. Это пятый. Хотели они, видимо, кинуть дым на мид, но попали своего. Выход у нас при этом ДЛ. Все очень долго закупали свои девайсы, свои диглы. И у нас выход ДЛ. Очень хорошо рандомит H2O у нас. Забирает противника ДФО. Армчик при этом до сих пор сидит у нас на Б. Забирает Лолоша Прайма. Кеноби зарандомил уже двоих. И остается у нас 3 в 3. Армчик наконец-то уже пошел на плент А. Пошла инфа. И террористы все на ДЛ. H2O у нас жалко, очень жалко, что я не смотрел за ним. Потому что он сделал уже минус 2 с дигла. И Лоша добивает последнего террориста. И они берут слив. Не стремился почему-то Лоша дефить бомбу, хотя у него нету щипчика для ногтей. Но все-таки он успевает раздефить бомбу. И счет 12-11. Очень интересное КВ, как и предыдущее, которое я стримил. Надеюсь, что и в этом КВ будут оверы. Очень на это надеюсь. Лем и H2 у нас откинули коробку. Лоша сделал минус на миде Прайма. Попытаются у нас два террориста сейчас выйти на ДЛ, но тут встречают их два контра. Непонятно как, но, видимо, через тень увидел Кеноби Лемна и забрал его. H2O дает минус Кеноби, но ДФО присядки дает головошот. Перестреливает Аналипс Ололошу, который с трейфом попытался его убить. И у нас 2 в 2 ситуация. Пытаются террористы взять плент А. Флешит он с себя. Слышит Аналипс, что простреливают ящики. Да, по инфе, конечно, убивает противника. Попытался он отпрыгать от своего противника, армчика. Кинул при этом неудачную флешку. Мак будет смотреть за продвижением армчика, встречать его. И убивает его точно в голову. Счет 12-12. Скорее всего, опять слив у контров. Нет, на этот раз у нас АВП. Одно АВП. Я так понимаю, его купил H2O, нет? Нет, смотрите-ка. Лоша купил АВП, что ему не свойственно. Распределились у нас террористы. Один уже Prime Зигу проходит. Никто ее не смотрит, никому она не нужна. Простреливает ящики, никого не убивает, понятное дело, потому что там наверняка Зонг зашкерился. Лем и H2 встречают у нас ДФО на ДЛ. Остается у нас 4 в 5 террористы. Забрали они армчика на миде и идут втроем на Б. Бомба у нас на Зиге с 19 хп. Лем сейчас попытается убить бомбу. Убил он Прайма на миде. Аналипс убивает. Аналипс уже убивает двоих подряд. И остается один H2O, который сидит на своей респе. И террористы, у которых 19, 30 и 49 хп. Убивает он Кеноби, который попытался вылезти в окно и посмотреть за ним. Но в том же окне появился и Аналипс, который убивает H2 и затаскивает раунд. Террористы выигрывают 13-12. Сделает ли команда казуальцев такой же камбэк, как был на Инферно? Надеюсь, сделают. Аркадит у нас Тёмку. H2 его лоша делают минус. Их убивает Аналипс и Кеноби. Армчик также подтягивается к ним. И смотрит теперь Б. Но мид-то никто не смотрел у нас.
И Мак заходит как себе домой и убивает армщика в спину. И остается у нас 2 в 2. Лемн очень опрометчиво на Аналипса вышел. И Аналипс зарандомил Зонга. Счет 14-12. Все, опять же, очень плохо для команды Casualities, как и в прошлый раз. Но посмотрим, что же будет дальше. H2O превосходно просто стреляется на миде. Лем успевает при этом дать минус прайму в коробке. Очень динамичная КВ, не успеваю за всеми уследить. Кеноби у нас с Маком идут в нижнюю. Попытаются, видимо, выйти мид или уйти на Зигу. Потому что Зигу достаточно очень легко пройти, но это если было бы их 5. Но их в данный момент 3. Мак опять выходит на мид, как ни в чем не бывало, как у себя дома. Сейчас попытается убить. Но далее инфу. Армщик забирает его в спину, но при этом Мак успевает убить Ололошу. Стреляется он с Темкой. Кеноби оставляет ему очень мало хп. Выходят двое террористов. Убивает Аналипс, показывает нам нешуточную игру с ВВП. Аналипс в этом КВ, должен заметить, 19 скиллов уже сделал. И попытается сейчас затащить этот раунд, затащить для своей команды 15-й раунд. Если контры не будут лезть, что они в принципе делают, то они затащат этот раунд даже 2 в 1. Тем более у нас достаточно хороший игрок остался, H2O, который сделал больше всего киллов пока что за контров. Зонг почему-то не смотрит ни ДЛ, ничего. Бежит он по ДЛ. Убьет, скорее всего, сейчас Зонга, который очень плохо... Да, неудачно Зонг выстреливает. Остается 4 секунды. Он успевает ставить бомбу. И остается 2 в 1 против H2O, который может стрелять по маленьким частям тела. Может H2O затащить. Что и делает, в принципе. Чат у нас совсем опустел, никто не хочет писать, видимо. Всем наскучила игра. Счет 14-13. Кидается дым для контров Тёмки. Попытается у нас сейчас выйти Кеноби. На Дейлон там Лен стоит. Кидается туда флешка, Грена. Выход у нас опять. Попытался сделать ДФО на мид. H2 на миде у нас. Стреляется с Зигой. Армчик с одним только диглом смотрит. Один в одиночку Б. Прайм при этом приходит к Зигу. Убивает Зонга, который не смог его убить. СВП среагировать, видимо. Лем все-таки убивает Кеноби, который все-таки вышел на ДЛ. И получил свинца. И Прайм занимает плент А. Опять же говорю, как у себя дома террористы ходят. Занимают плент без минусов почти. Пытается Лен зарандомить противника своего ДФО, и у него это получается. Аналипс опять делает минус. Уже 21 в этом КВ. И они уходят с Зиги. Армчик зарандомил своего противника. И остается у нас H2O и Лемн против Аналипса и Мака. Попытаются они, скорее всего, выйти на фаст. Ничего у них не получилось. H2O с Аналипсом остались 1 на 1. И H2O все-таки был точнее. H2O дотаскивает свою команду до победы. Пытается он. Как только может. Но остальные не понимают, видимо, или не хотят играть в финал. Идут у нас пятерой на Б. Трое у нас террористов заняли Б. И будет... Ну, Аналипс прям чудеса какие-то делает. Выход у нас. Зонг делает минус 2. Кеноби делает
игла, головошот, и после этого берет калаш и дорандомил зонга. Остается у нас опять 2 в 2, опять H2 и Лем. Эта двойка показала, что она может затащить, точнее показал H2, что он может затащить эти раунды. Видит Лем, что говорит инфу, что все-таки ставится бомба. H2 обходит с темки. Меня ослепило, и я, увы, не увидел, что же произошло, но, видимо, маг вышел на него и получил пулю в лоб. Дефится у нас бомба, и у нас Казуальтис выходит уже вперед. 15-14. Счет СТВ уже говорят, что вин Казуальтис, но я не верю. Посмотрим, посмотрим. Может быть, это будут опять оверы. Опять у нас пятера на Б. На этот раз у нас остался только Лолоша и Армчик на Б. Флэшон у нас Армчик и не сможет нормально принять. Но Лолоша другого мнения, и он делает уже минус 2. Зарезал Армчик ДФО. Мак вышел опять как себе домой. И 16-14, ГГ. Поздравляю команду Казуальтис. Вытащили опять же это КВ. Всем спасибо за просмотр. Через некоторое время начну стримить финал. А пока...